Ленка – один из самых быстрорастущих гибридов осетровых. Растет и набирает массу в два раза быстрее, чем сибирский осетр. Почему Ленка? Потому что у него мама – это сибирский осетр ленский, и папа у него – калуга, осетровый хищник. Выведенный этот гибрид в 2006 году путем осеменения крыленского осетра молоками калуги. Характерная черта гибрида – большой рот от хищного калуги папы. Рот Ленки в два раза больше, чем у сибирского осетра, имеет темную окраску спины, боков и белое брюхо. Икра этого гибрида по окраске напоминает икру калуги амурского осетра, имеет желтовато-коричневый оттенок. За счет гибридов калуги китайцы производят осетров больше, чем вылавливал весь Советский Союз. Этот гибрид выращивается для получения мяса. Его нельзя выпускать в обычные природные водоемы, только в личном пруду, либо в акваферме. Ленка более неприхотлива, чем исходные родители. Морозостойкая, мало болеет, кушает даже зимой, не худеет в прудах. Чтобы она жила в прудах, нужна прудовая вода стандартной чистоты и содержания кислорода, как для карпа, 5-6 мг на литр. Ленка может достигать длины 2 метров и массы до 200 кг, продолжительность жизни в тесных условиях до 50 лет. На этом канале я рассказываю про рыб и как строить пруды. Всем пока!